Здравствуйте, пришла моя посылка из Китая, с Алиэкспресс, вторая моя посылочка. Здесь у меня для стемпинга товары. Вот, я решила попробовать китайские пластины. До этого только я Mundo de Uno с иконок пользовалась и Kiken Sisi. Вот, и какие там еще я пробовала. Ну, все вроде бы. Китайские не пробовала. Единственное, что меня напрягает, что пакет скрыт. Вы видите? То есть, может быть, что-то там стырили. Потому что вот, я уже не помню там точно, что было. Но смотрите, например, вот, можно достать. Оп. То есть, что они там смотрели? В общем, вскрыт пакетик. Поэтому я немножко расстроена. Я надеюсь, что там все на месте. Открываем. Потому что там что-то лежит. Так, ну что, ой, как красиво упаковано. А, это они такие дают чехольчики к дискам. Надо же, я не ожидала. Круто. Молодцы. Так, я сейчас все поближе вам сниму. Ой, как здорово. Прикольно. Значит, здесь для моих... У меня есть пластины «Мой Лондон». Я заказала, чтобы их аккуратненько вот сюда сложить. Вот, я хотела такой боксик иметь для хранения, да? Скажем так, я взяла две штуки, потому что у меня их много. Сейчас будем проверять, подходят они или нет. Так, теперь это штампик. Там можно было два цвета выбрать, золотой или серебряный. То есть, в смысле, заказать, выбрать нельзя. Там написано, что, скажем, это случайно. То есть, или золотой, или серебряный. Видите, мне достался серебряный. Сейчас мы его сразу сделаем. Пилочкой подпилим. Потому что, если его не обработать, он не будет работать как надо. Не будет хорошо рисуночек делать. Мы его сейчас сразу протестируем с вами. Сейчас я поближе все сниму. Так, это что такое? А, водные наклейки. Я их не заказывала, мне в подарок подарили. Здорово. Вот смотрите, пластиночки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Для стемпинга. Вот такая красота. А что здесь, я не знаю, не помню. Что там такое? Все-таки мне интересно, почему посылка была так нагло вскрыта. Просто. Мне кажется, наша таможня там постаралась. А, это штампик. Еще один штампик. Вы знаете, почему я его решила попробовать? Потому что он прозрачный. Видите, здесь дырочка. И когда ты делаешь, можно смотреть, как ставишь ноготь. А, прикольно. Видите? Вот так вот. Здесь скребочек еще, но я такие не очень люблю. Я люблю вот такие. Ну, тоже можно попробовать. Сейчас мы его тоже сразу обработаем. И тоже протестируем. Может, он вообще ничего не будет снимать. Ой, выскочил. Это ничего страшного, они сменные. Можно менять. Все, мы сейчас его тоже протестируем с вами. Здорово. И видно все. Классно. А это вот, видите, они дали упаковочки. То есть после вскрытия можно их вот сюда убрать. Оп. Так будет красиво выглядеть. Здорово. Все, сейчас я буду поближе сделаю камеру. И мы с вами протестируем несколько рисунков. Посмотрим поближе пластины. Потому что китайские я еще ни разу не пробовала пластины. Фирма Bon Pretty. Будем пробовать. Тут надо еще пленочку поснимать. Все, сейчас поближе камеру поставлю. Ну что, давайте вскроем. Посмотрим поближе за пленочкой, какое качество. Вообще, что это? Так, как его снять-то? О! Посмотрите, пластина такого же размера, как мою Лондон. Сейчас мы с вами сравним. Вот мою Лондон. Видите? Один в один. Поэтому вот эта фирма, видите, Bon Pretty,
И вот они стандартные, поэтому можно сюда использовать и мою Лондон пластиночки хранить. У меня много мою Лондон пластин, поэтому я заказала вот такую книжечку для хранения пластин. Подошла, все хорошо. Посмотрите, здесь у нас прям на весну, отлично. Я думаю, в следующий раз мы ее попробуем с вами. Достаточно большая, достаточно вот такой размер большой. Ну-ка, давайте сравним. Сейчас. Так, рисунок неподходящий к сравнению. Ну вот, например. Видите, повыше этот рисунок. Но вообще длинные ногти. Намного выше. Но я вижу, что он длиннее. Намного причем. Миллиметра на 4. У кого длинные ногти, знаете, особенно нарощенные, если это имеет значение. Так. Самое главное подковырнуть вот эту. Так. Здесь вам видно. Смотрите, вот это можно использовать как французский маникюр. Очень интересные орнаменты. Очень большой рисунок. Смотрите, и на большой палец будет хорошо. И на очень длинные ногти. Мне это нравится, это очень удобно. Давайте так вот красиво их сложим. Раз они подарили нам такие классные конвертики, пока сложим сюда. Пусть так лежат. Это у нас такой, знаете, конфетно-кофейно-фруктовый орнамент. Смотрите. Чашечки кофе. Клубничка. Фрукты, ананасы, конфеты, кофе, леденцы. Прикольно. Мы берем ее. Они не стали заморачиваться на этом. О, вот это классный. Сейчас мы что-нибудь из этого попробуем сделать на бумажечку. Очень классные орнаменты, очень. Прям хочется попробовать. И качество, мне кажется, неплохое у этой фирмы. Смотрите, здесь даже дан их Инстаграм. Сегодня посмотрю, какие там представлены дизайны. Смотрите, эта тематика — индейцы. Видите, как круто, как красиво. Очень классные этнические такие орнаменты. Супер. Видите, как можно все хранить и не будет царапаться. Вот это кругленькое. Тоже этой фирмы. Здесь маленький рисунок. Не такой большой, как на больших пластинах. Тут еще надо умудриться снять пленочку. О, здесь очень красивая елка. Очень красивая елочка такая, стилизованная. Дед Мороз, Санта-Клаус, снежинки. Ну, это мы уберем до новогодних праздников. Сейчас у нас весна. Вот, а это тоже очень, знаете, такой интересный орнамент. Мне понравился. Да, ребят, тут пленку снять и целый подвиг совершить. Получается. Видите, здесь можно... Вот это очень красивый такой веер. Мне кажется, очень красивый маникюр будет получаться. Вот с этим рисунком. Да и с этим тоже можно поиграть. Прям хочется попробовать побыстрее. Все, сейчас мы с вами протестируем пару рисуночков и проверим два штампика новых.
сейчас с вами протестируем штампики. Видите, здесь дырочка, можно смотреть. Такой маленький штампик. Это мой любимый, проверенный. Сейчас я буду сравнивать. Возьмем пластиночку с цветами, давайте. Переносить будем на цветок. Так. Сейчас мы попробуем просто первый попавшийся. Сначала просто моим штампом, просто проверим, насколько хороши эти пластины. Смотрите, такие цветочки получились синенькие. Так, давайте попробуем теперь другую. Рисуночек другой. Очень легко смывается. Ничего не царапается, ничего не ворсится. Хорошо. Сейчас попробуем вот этот штампик. Такой он тяжеленький, знаете. Какой-то он тяжеленький прям. Но маленький, то есть здесь большой рисунок. А нет, нормально. Видите, здесь настолько большой рисунок, что такой штампик, мне кажется, такой не для длинных ногтей, скажем так. Давайте розочки попробуем. Смотрите, маленьким, конечно, но смотрите, ну, кстати, хорошо перенес. Вполне себе даже ничего. Плитка качественная. Мне нравится. Буду заказывать эту фирму. Ничем не хуже мою Лондон, дешевле. Так, больше всего я хочу попробовать вот этот штампик. Мне кажется, он должен хорошо переносить. Ой, как красиво. Смотрите. Ну что, вот наши рисуночки цветочные. Плиточка, я довольна. Не зря я ждала ту посылочку. Месяц, наверное, я ее ждала. Посмотрю потом в записях. Ну, месяц. В феврале я заказывала. Где-то месяц ждала. Все. Посмотрите. Значит, мне еще подарили они наклеечки для ногтей. Я ими вообще никогда не пользовалась. Надо будет ради прикола попробовать. Может, дочке сделаю. Ну, все. Все мы с вами посмотрели. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч. Пока.